Юный страж закона. Конкурс под таким названием сотрудники УФСИН России по республике проводят ежегодно. Его участники – сами сотрудники и их дети. Самые интересные моменты в материале Натальи Мальчиковой. Старт соревнованиям дал отряд специального назначения. Работали с полной выкладкой, как в реальном рукопашном бою. У спецназа иначе не бывает. Использование боевого оружия, приемы самообороны. Вроде каждый действует в одиночку, а в результате командная работа. Многие из ребят принимают участие в конкурсе не первый раз, но эмоции и впечатления каждый раз хоть отбавляй. Запомнилось то, что как хорошо наши солдаты выступали, как хорошо они работают, как разбирается гранатомет, как он называется и сколько он весит. В открытом доступе выставка боевой спецтехники и оружия. Можно все потрогать, кое-что примерить. И вот он, полный боевой комплект, где один только шлем весит 3 килограмма. Это автомат Калашникова, штурмовое оружие. Автомат состоит из 11 основных частей, которые разбираются. Вот сюда кнопку нажимаешь и на себя дергаешь. Управляем просто, накладываем и на себя тянем. Ребята не только смотрели, как работают взрослые, но и сами показали свои умения и навыки. Мы в команде все важны! Все равны, как на подбор. Ведь мы команда! ФКУ ИКА 5 антитеррор! Разумеется, к интеллектуальным и спортивным конкурсам ребята начали готовиться задолго. Андрей Башкиров утверждает, что все это пригодится в жизни. Мы здесь будем играть в игры, бить пенальти, смотреть оружие, уже смотрели. Потом играть в игры на логику и шифровальщиком, и рисовать на асфальте. Один из тех, на кого ребята хотят равняться, это Анатолий Тапиров. В отделе он работает 22 года. И воспитание достойной смены для него – одна из важнейших задач. Спецназ всегда являлся символом, образцом каким-то, да, для мальчишек. И все, конечно, хотят попасть и стремятся попасть. Ну и для меня тоже было, естественно. Хотелось служить, но так как я занимался спортом, естественно, у меня подготовка была. Ну и приняли нормативы, так я и был зачислен. Чтобы здесь служить, нужен человек, чтобы это все нравилось. Увлечен он должен быть этим. Мне кажется, вот глядя на нас, и мы же такими были, глядя вот на старшее поколение, хотелось быть как они же. В соревнованиях участвовали 12 команд учреждений УФСИН. Организаторы считают, что подобная профориентационная работа помогает ребятам определиться в жизни. А еще они больше начинают уважать и ценить труд своих родителей, проведя с ними целый рабочий день. Очень радостно и символично в этот день видеть детей, сотрудников, самих сотрудников в кругу семьи именно на базе нашего спецназа. У нас больше 2000 сотрудников по нашему УФСИНу. Работа, да, очень сложная, напряженная, связанная иногда с риском для жизни. Дети, участвуя в этих конкурсах вместе с родителями своими, что отрадно видеть здесь, приучаются, наверное, к патриотизму и больше ценить именно своих родителей, чем они занимаются. Жюри определило победителей. Первое место у команды СИЗО-2, второе – у исправительной колонии номер 6 и третье – у СИЗО-1. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.